Вот это новость! Я же никого не ждала. И кто же это? Оу! Я вспомнила, это же та посылка, которую мне отправил доктор Эткер. Точно. А внутри... О, глазурь, и не только. А тут у меня глазури разных цветов и еще очень много посыпок. Они, кстати, все разных форм и цветов. Ой-ой-ой, я смогу соорудить какую-то красивую штучку. Но не дождусь, когда их съем. О, скоро же Пасха, можно испечь куличики. Да! Итак, по проверенному не мной рецепту нам понадобится сахар, молоко, подсолнечное масло, соль, миндаль, глазурь, посыпки, мука, 3 желтка, ой, и совсем забыла, и, конечно же, дрожжи. Я беру 3 желтка, добавляю соль, 0,5 стакана сахара и ванилин. И смешав блендером, добавляю масло и снова мешаю. После этого добавляю смесь, которую я готовила ранее, и смешиваю блендером вместе. И, наконец, добавляю муку, смешанную с дрожжами через сито. И затем замешиваю 10 минут. О, а что ты тут делаешь? Может, тебе помочь? Нет, Тароберто, мне не нужна твоя помощь. Ты мне в прошлый раз торт испортил, который я пекла. Ну ладно, пойду поиграю. Спасибо. Обматываю пленку и ставлю в теплое место. Дальше я заполняю формочки тестом, заранее смазав маслом. И, наконец, ставлю в разогретую духовку на минут 40. А пока я могу поставить воду для растопления глазури. Можно доставать. Мои куличи уже готовы. Теперь нужно растопить глазурь. Ну что ж, буду топить. Я растопила глазурь. И теперь можно украшать куличики. Как в это играть? Я покрыла глазурью куличики и сверху украсила посыпками. Как сложно! Ребятки, скажу вам, это так легко и так красиво! Чё-то я устал. И я добавила посыпок. Очень много посыпок. Вау, так клево вышло. Пойду сфотографирую, чтобы маме показать. А где мой телефон? А, он наверху. Чем это пахнет? Ого, мням-ням. Ой, еще и розовенький. Кричит и перестанет. Главное, что мне вкусно. Ребята, вот такие куличики я испекла. Было совсем не трудно. Хорошо, что не трудно, потому что трудности я не люблю, наверное, как каждый из вас. И вы также готовьте вместе с доктор Эткер. С ними готовить очень легко, поэтому у вас обязательно получится. И выходит очень ярко и, самое главное, очень вкусно. Пеките свои куличи максимально креативно и выставляйте свои фотографии в Инстаграм с хэштегом куличимсбине. А я выберу 5 самых креативных, которым сделаю видео-привет. Пусть ваша кухня станет ярче. Ну а с вами была Бинет Сен. Подписывайтесь
подписывайся на мой канал, ставь палец вверх, если ты этого еще не сделал в начале видео. Ну, а я хотела вам сказать, что я всех вас люблю, и всем пока! Всех с наступающей Пасхой! Ну, а я пошла есть.